Hare Krishna. Меня снова попросили открыть несколькими вступительными словами этот вечер. Вечер, когда мы подтверждаем свою связь со Шилой Прабхупадой. И надо очень хорошо понимать, что эта связь со Шилой Прабхупадой играет очень важную роль в нашей жизни. Если связь эта крепкая, то это значит, что все остальное, что мы делаем в духовной жизни, в духовной практике, будет также построено на очень крепком и основательном фундаменте. Мы задумали этот фестиваль, посвященный Шиле Прабхупаде, для того, чтобы все вайшнавы в нашей общине попытались найти общий знаменатель, некую точку отсчета, единую для всех. Очень часто мы в своих рассуждениях, в своих логических построениях, в своих решениях, что делать, чего не делать, что хорошо, что плохо, руководствуемся разными системами координат, разными точками отсчета. Из-за этого решения получаются разными, из-за этого возникают конфликты, из-за этого очень часто мы чувствуем, что мы не понимаем других, потому что человек живет в какой-то своей системе координат. И это, с одной стороны, реальность материального мира, особенно в век Кали, когда раздоров или поводов для раздоров гораздо больше, чем поводов для какого-то единства. Но идея этого фестиваля в том, чтобы мы все вспомнили, что у нас на самом деле одна единая система координат. Что точка отсчета у нас у всех одна единая. Это желание, воля, сострадание Шилы Прабхупады, благодаря которому мы все собрались тут. Само слово или титул Прабхупада значит тот, у чьих стоп собираются все Прабху и Матаджи. Тот, кто может собирать вокруг себя всех, примирять какие-то конфликты, объясняя истину, значительно превосходящую все наши мелочные конфликты, недоразумения, разногласия или еще что-то такое. И если мы будем стоять на этих позициях, я слуга Шилы Прабхупады, я живу в той системе координат, которую он дал мне, не которую я сам придумал себе, не которая возникла у меня каким-то спонтанным образом или еще как-то. Я живу тут, он — конечная точка отсчета. И для меня единственным критерием того, что хорошо и что плохо, является его желание, его воля и его понимание этого. То тогда все будет очень легко. В конце концов, мы все найдем общий язык, потому что мы будем возвращаться все время к этой точке отсчета. Мы сделали этот фестиваль или пытаемся сделать его, чтобы мы все вспомнили, что у нас есть эта единая система координат, в которой мы можем все существовать, найти единство, сохранив свое разнообразие. И сохранив разнообразие, но в то же самое время обнаружив это единство, мы можем помочь друг другу. Когда есть только разнообразие, это разнообразие превращается в войну, в склоку, в ссору, в свару. Люди просто начинают сражаться каждый за свою какую-то правоту. Но если мы понимаем, что под всем этим разнообразием стоит единство, то тогда все это разнообразие превратится в удивительную симфонию. Когда единства нет, есть только разнообразие. Это какофония. Хаос. Просто какая-то разноголосица звуков, никак не связанных с собой. Но если разнообразие есть,
И это разнообразие основано на фундаменте единства, который мы все понимаем, который мы все осознаем, то тогда то же самое разнообразие превращается в нечто удивительное. И каждый получает благо от этого. Люди, которые играют в этом оркестре, играют эту музыку, они получают благо. Каждый из них радуется, потому что он чувствует, что он сотворец этой красоты. Люди, которые слушают это, радуются и удивляются, каким образом в век Кали такое количество разных людей смогло найти общий язык и делать что-то. И каждый получает какое-то благо. Мы все, пытаясь настоять на том, что мы особенные, в конце концов лишаем себя самого важного. Мы лишаем себя возможности почувствовать, что мы члены одной великой группы Санкиртаны. Чайтанья Махапрабху заложил этот принцип Санкиртаны, когда мы все вместе собираемся и вместе поем. Вместе пытаемся славить Кришну. Не поодиночке, а именно вместе. И чем больше людей, тем лучше киртан. Тем больше блага получает каждый участник этого киртана. Когда один человек поет, это хорошо. Когда два человека поет, это чуть-чуть лучше. Когда тысяча человек поет в один голос, это что-то, что будет плавить сердца всех людей. Для этого наш фестиваль, чтобы мы поняли, у нас есть единая система координат, одна единственная точка отсчета, единственный критерий того, что хорошо, что плохо, единая миссия, которую дал нам Шрила Прабхупада, с ее разными аспектами, с храмами, с гурукулами, сельскохозяйственными общинами, которые нам еще предстоит проявить, с пищей жизни, благотворительными программами, со многим-многим-многим другим, со всем этим вместе, то, что Шрила Прабхупада всем нам оставил. Вот. И сейчас мы будем приглашать, Санат Дарма Прабху будет приглашать одного за другим преданных к этому микрофону, тех, кто еще не сказал. И моя единственная просьба — чтобы каждый, кто выходит сюда и пытается сказать несколько слов к Шриле Прабхупаде, помнил, что в этом суть. Суть в том, чтобы принести Шриле Прабхупаде кусочек того, что я делаю, но не как то, что я делаю, а как один маленький кубик или пазлик в этой прекрасной мозаике. Это то, что мы делаем для всех, то, что мы делаем для человечества, то, что мы делаем для Шрилы Прабхупады, для Кришны и для всех остальных, для всех преданных и для человечества. Вот. И если таким образом мы будем подходить к этому, мы почувствуем удивительную гармонию и единство в конце концов. Но в любом случае, этот фестиваль уже состоялся, этот ретрит уже состоялся. Уже мы можем радоваться тому, что столько много людей пришло, говорило о важном, о необходимом, о главном. Вот. И я хотел вас поздравить с этим фестивалем и поблагодарить организаторов, которые, очень тяжело трудятся за их тяжелый труд. И хотел здесь перед всеми сказать, чему я больше всего радуюсь, видя этот комитет, который заботится обо всем. Они много делают, они очень много стараются. Но при этом я вижу, как каждый из них абсолютно полностью на 100% включен, переживает за это дело. Большой комитет, Дал Чайтанья Прабху, Гуля, Амал Бхакта Прабху, Санат Дарма Прабху, много, Навина Сундари.
Вот, все они трудятся вместе, но при этом делают какое-то одно общее дело. И это, собственно, самое важное. Фестиваль любви, признание в любви Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал, есть единственный способ доказать свою любовь ему. Это заботиться о том, чтобы его дело, его миссия жила. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо вам большое за то, что мы все здесь вместе, и мы пытаемся делать одно это дело. Я хотел в заключение еще сказать, что Сурешвара Прабху говорит, что самый главный урок, кульминация всего семинара, некий катарсис, который каждый должен пережить, каждый участник этого фестиваля или семинара, будет во вторник. Я даже пообещал Сурешвари Прабху, что я буду переводить этот его урок, чтобы как-то помочь. И это будет как раз самый важный и самый главный урок, который мы все должны хорошо понять. Урок сотрудничества, урок любви к Шриле Прабхупаде. Поэтому, пожалуйста, все приходите во вторник, как минимум во вторник, если по той или иной причине не можете в понедельник. Вот, но как минимум во вторник приходите все, чтобы пройти этот важный урок. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки! Фестиваль наш Шрила Прабхупада ки! Джай! Гаура Премананда Шишидал Нитай Сачи Сута ки! Джай!